Всем привет! С вами Ольга Чернова и моя видеосерия для начинающих садоводов и огородников. Вот и томатные персики поспели, и теперь раньше я вам показывала их только вот в таком виде, в зеленом. Теперь я могу показать вам, какие красивые они спелые. Они такие же чуть-чуть ворсинистые. Для тех, кто не видел первый видеоролик, я сейчас прочитаю вот с упаковки, Шахерезада они называются, описание этих томатов. Необычайно интересный крупноплодный сорт с красивыми бархатистыми листьями и плодами. Растение ярко выделяется на фоне других сортов крупной, густо опушенной, темно-зеленой листвой. Куст детерминантный, высотой до 1 метра, плоды по форме цилиндрические, с носиком, напоминают крупные бархатистые оранжево-красные персики. В шутку этот сорт называют томатным персиком. Томаты плотные, очень вкусные, массой от 200 до 300 грамм. Причем при выращивании в один стебель плоды крупные, а без посынкования мельчают. Прекрасно подходит для употребления в свежем виде и для цельноплодного консервирования. Сорт среднеспелый предназначен для выращивания в пленочных теплицах и в открытом грунте. Вот у меня они в открытом грунте. Они начали спеть еще в начале августа, но я уже показывала, какой куст был красивый, какие листья. Сейчас, конечно, все у нас и листва, и все засохло. Я вам просто вот хочу показать, какие они в спелом виде. Они действительно похожи на персик, вот такой у них размер, но это уже не первые, это чуть-чуть крупнее были на первой кисти, но действительно напоминают персик. Чуть-чуть такие опушенные, вот прям еле-еле заметный пушок. Причем на зеленых, когда зеленые, они более лохматые, а потом вот эта лохматость у них немного пропадает. Вот это сорт Шахерезада. В народе называется томатный персик. До свидания.